Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я вас приглашаю в Предъямский град. Дословно переводится «предпещерный замок». Называется он так, потому что стоит перед ямой, пещерой, является самым большим в мире пещерным замком и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Когда я увидел первый раз почти 30 лет назад, в 93-м году, конечно, он меня поразил в первую очередь своей необычайной красотой. В вторую очередь, что накануне я посмотрел фильм Джеки Чана «Доспехи Бога», который снимался частично здесь. Ну, еще раз посмотрим на замок с другой точки. Немного ниже, ближе. Так он выглядит. Видите, вся скала в дырках, пещерах. И там все это входы в пещеру. Пещеры, которые идут десятки-десятки километров. Места, где снимался фильм, я покажу в конце ролика. Сначала пройдемся по замку. Входим в замок. Прямо одна из стен – это скала. Здесь несли вахту защитники крепости. Вот это лежанка. Здесь амбразуры, которые наблюдали за входом. И туалет. Средневековый. Вот окошко, откуда видно. А вот и так же, как на Бледе. Открываешь крышку, и там внизу 100-метровая пропасть. Отсюда бросали на противника ядра, лили горячую смолу, воду и так далее. Вот прямо под нами мостик через ров. Это уже старая часть замка. Здесь вот показано, как пытали пленников. Это комната, которой показывается быт тех времен именно в этом замке. Большая комната. Здесь была столовая. Здесь хранили продукты вместо холодильника. Зимой и летом здесь прохладно. А здесь была кухня. Посмотрите, какие стены толстые. Так 2,5 метра точно. Вот это кухня, печь. А вот это была посудомойка. Здесь мыли посуду, ну и еще что-то делали, и все текло туда вот вниз, во враг. И тут же вход в спальню хозяина замка. Выходим на балкон. Вот прямо над нами
нависает скала. Это ядра, которые мы обстреливали крепость, когда она была в осаде. И вот этот такой вид из с балкона замка. Какой же замок без рыцарских доспехов и оружия? Вот оригинальные доспехи под стеклом, в ящике охраняются. Вот так вот. Вся скала пронизана пещерами. Вот пример. Сейчас мы заходим. Здесь такой пролом. Посмотрите, везде какие-то ходы, по которым можно выйти на поверхность или уйти далеко отсюда. Поэтому защитники крепости здесь держались месяцами. Старый замок, который построили еще 800 лет назад, и он в самом деле был недоступный. Видите, здесь мостик. Его если убирали, то все. Потом внизу пропасть. Идем сюда. Вот она, пещера. Поэтому и называется пещерный замок. Ну, я говорю, что по пещерам, которые пронизаны эти скалы, можно было уйти и выйти где угодно. Вот еще дальше уходят ступени куда-то вглубь скалы, а здесь вот такая площадка. Довольно большая, колодец. На этом заканчиваем осмотр замка и перейдем к эпизодам фильма «Доспехи Бога», снятые здесь 37 лет назад. Вот первый эпизод, когда Джеки Чан с девушками приезжают в замок. Рад вас видеть. Спускайтесь. Еще один эпизод. Я устала. Какие длинные лестницы. Хватит болтать. Живее. Видео как... Они поднимаются, и как раз мы находимся на этой точке. А это эпизод отъезда девушек из замка. И напоследок эпизод, как Джеки Чан спускается со скалы в пещеру. Thank you.
Еще раз полюбуемся на это чудо, созданное природой и людьми. На этом я с вами прощаюсь. Здоровья и удачи. До свидания.